Доброе всем время суток. Муадим ли симха, гутен моед, хороших праздников. Я хотел бы поговорить немножко про Песах под немножко другим углом. Мы говорили про заповеди, мы говорили про значение для каждого человека. Я бы хотел вам показать интересную вещь, которая станет заметна, если немножко углубиться в Агаду и в том, как мудрецы хотели, чтобы мы рассказывали о Песахе. Во-первых, что такое Агада? Это один из самых популярных еврейских текстов. Вот у меня Агада Артскролла. Есть очень много комментариев в Агаде. Само слово Агада технически происходит, Леагид — это говорить. И «Ваигадта лебенха, говори сыну своему» — это заповедь, одна из заповедей Седера Песах. И есть еще посук, который говорит «Леагид леашем», в смысле «Леалелю леодот», признавать Всевышнего и прославлять его, как говорил Рав Соловейчик, это одно из отличий заповеди «Леля Седер», «Ночи Седера», от каждодневной заповеди «Помните об исходе из Египта». И Виленский Гаон говорит, что это от слова «гид», связываться с историей. Замечательно. Поэтому это очень важно. Агада сама упоминается в Мишне, как я скажу, в трактате Псахим, в 10 главе. И основа, зерно Агады, то есть это очень древний текст, и к нему добавились некие добавления, некие части Агады, они более поздние, и в современном виде, формате, более-менее Агада сформировалась после разрушения второго храма. И, скорее всего, в эпоху, которую мы называем геоним, это дословно иврите гений, это в то время, значит, это была позиция главы вавилонского еврейства, Рейш Галута и т.д. И были геоним, это, так сказать, духовные руководители поколения, в 8, 9, 7 веке и т.д. В эпоху раннего средневековья. И, конечно, были некоторые пиютимы, некоторые добавки потом. Почему я вам это говорю? Потому что, на первый взгляд, если вы посмотрите, так сказать, на Агаду, как будто вы, так сказать, читаете ее в первый раз, у меня есть противоречия и парадоксы. И я хочу о них поговорить и показать, почему они нам так важны. Давайте начнем с Магид, потому что у нас мало времени, можно сказать и про другие части. Но давайте начнем с Магид, с истории рассказа об исходе. Галах Маани, вот хлеб бедности. Как мы уже говорили, у нас здесь отдельное видео, это парадокс, потому что маца — это не хлеб бедности. Казалось бы, не память о рабстве, а память об исходе. У них не было времени, у них был хипазон. И это связано с другим парадоксом. Почему они так спешили? Им Всевышний заранее сказал приготовить мацу. Я приводил разные объяснения. Мораль говорит, что проявление Всевышнего — это всегда над временем, это то, что мы называем хипазон. Но в Танахе хипазон бехофзо ассоциируется с бегством, с чем-то отрицательным, на самом деле, во многих местах. Рав Иссахар Франк говорит очень интересную вещь. Он говорит, что возможно, мы знаем, что Мидраш говорит, что каждая казнь продолжалась примерно месяц. 3 недели казнь, неделя перерыв, и снова 3 недели казнь. То есть 10 казней, 10 месяцев. И первая казнь — все испекли мацу и ждали исхода, ничего не случилось. Вторая казнь — испекли мацу, третья. А потом уже в какой-то момент люди расслабились. И это известная такая, я помню, в 90-е годы была такая ехидная шутка в русской газете. Тогда была какая-то компания, которую я даже не хочу комментировать. Но они написали, вот, так много говорили про Машеха, мы его ждали, да, а он опять не пришел. Да, казалось бы, я не буду сейчас это обсуждать, но вот такая была в некотором смысле атмосфера. И к 10-й казни уже никто ничего не приготовил, нужно было быстро идти, и вот так произошел исход. Почему это так важно? Потому что мудрецы говорят, что в некоторых аспектах будущее избавление будет как... будут принципы в нем заложены избавления из Египта. И поэтому мудрецы говорят, что, возможно, евреи уже почти отчаятся в приходе Машеха, и они, казалось бы, будут не готовы.
и не в той форме, казалось бы, и все может быть вот так, чик, и все изменится, как у них было при исходе из Египта. Но тем не менее, есть парадокс. Маца – это память об исходе и память о рабстве. Более того, мы отмечаем праздник исхода из рабства, освобождения из рабства, по-простому, да? И с чего мы начинаем? Хашта авда, мы сейчас рабы. Что за праздник отмечали? Если мы рабы, что это за праздник? И, конечно, мы говорим, что это мы можем быть физически рабы, духовно мы свободны, потому что есть Тора. Но все равно в этом есть парадокс. Продолжим дальше. Маништана. Халайла азэ. Мы так привыкли, дети поют в детском саду. Если кто-то, так сказать, учился, помнит тюльпан. Лайла женского рода, есть слово лейль мужского, а лайла это женского рода, поэтому грамматически нужно сказать халайла хазот, да, или алейла зэ, или алайла азот, маништана алайла азот. Во всех агадот написано алайла азэ. Совершенно очевидно, что мудрецы знали иврит. Более того, Рамбан приводит 5 вопросов, есть мнение, что в Мишне или каких-то вариантах есть. Три варианта, там есть отличия, во время Мишны было пасхальное жертвоприношение, не буду в это уходить, вы можете посмотреть текст Мишны в 10 главе трактата Псахим. Но совершенно очевидно, что мудрецы хотели, чтобы было 4 вопроса. И Вилинский Гаон говорит, что Алайла Азе намекает на такой феномен, который мы, те, кто поют песни после Седера, поют это... В конце есть очень известная пиют, известная песня, кают после Седера, которая «Вэхэнэ ебэ хацэ алайла» и «Было в полночь», которая заканчивается такими словами «Таир каор йом хэшхат лайла», что «осветиться», я перевожу это сам, я уверен, что есть у вас хорошие переводы, но «осветиться светом, как день тьма ночи», «хэшхат лайла», от слова «хошах», да? Песах, он очень интересный праздник, потому что в нем есть еще один парадокс. Песах технически начинается, помните, вечером Песаха нельзя есть хамец. Почему нельзя есть хамец? Потому что праздник Песах начинается до этого, днем приносят пасхальное жертвоприношение. Да, у запрета хамец начинается. Более того, даже есть, технически есть хага Песах, хага Мацот, мы об этом как-то говорили. И в Песах Шини есть только Хага Мацот, я не буду в это входить, но технически Песах начинается до этого. И есть некий переход из дня в ночь, и есть это какое-то напряжение, это праздник днем или праздник ночью. И все заповеди Песаха – это заповеди ночи. Да? Ночью нужно есть Мацу, ночью нужно есть рассказывать об исходе, когда был Курбан Песах, пасхальное жертвоприношение его или ночью, когда было Курбан Хагига, праздничное жертвоприношение его ели ночью, Марор нужно есть ночью, и Алель нужно говорить ночью, хотя у нас, Талмуд говорит, мы никогда не говорим Алель ночью. Есть мнение, что это как песня Алель, я не буду в это входить. Но все заповеди ночью, ночью. Обычно, кроме Песаха, у нас фактически нету заповедей, которые только ночью. Да, есть Шма, которые и утром, и вечером. Все жертвоприношения приносились в храме днем, да, заповеди, как там тфилин на каком-то уровне, цицит и т.д. Это заповеди днем, да, обрезание, сделанное ночью, не считается кошерным и т.д. Все заповеди днем, и Вилинский Гаон говорит, что это особое исключение, потому что в некотором смысле ночь Седера – это как день. Это необычная ночь, поэтому здесь сказано «Таир кеор йом хэшхат лайла», как свет, свет, духовный свет Песаха. Он освещает эту ночь как день в духовном смысле. И даже в Псуким, там Мидраш говорит, что они ушли ночью, но в Торе есть псук, где сказано «Балайла», то есть, что они вышли из Египта днем, извините, а есть такой псук, есть псук, говорит «Балайла», была Геула ночью, есть всегда противоречие, есть, казалось бы, вот это напряжение, смесь дня и ночи. Почему? Потому что это объясняет, почему мы рабы. Мы находимся в Галуте, мы находимся в ночи рабства, но в этой ночи тоже может осветиться, она может осветиться светом Всевышнего.
Очень интересно, что есть четыре, и поэтому сказано «Алайла-Азе», говорит Милинский Гаона, не «Лайла-Азот», потому что «Лайла» — это «Лайла-Йом-Зе». Слово «Йом» пропущено не «Лайла-Азот», а «Лайла-Йом-Зе». Это ночь, которая день. И есть четыре вопроса, и четыре стакана вина, и четыре сына, да, и четыре этапа седера. Слово «четыре» имеет большое значение. Почему? Потому что, опять же, Виленский Гаон говорит, что по Торе четыре человека должны приносить благодарственную жертву, курбан туда, и благодарить Всевышнего. Это тот, кто вышел из тюрьмы, из заточения, и, очевидно, это относится к евреям, вышедшим из Египта. Те, кто пересек пустыню, это, очевидно, относится к евреям, вышедшим из Египта. Те, кто пересек море, и это вот у нас будет седьмой день Песоха, это относится к евреям, вышедшим из Египта. И тот, кто вылечился, и Мидраш говорит, что многие, кто были в рабстве, были покалечены физически, совершенно очевидно, душевно тоже, можно предположить. И когда они пришли к горе Синай, и через получение Тору они вылечились. Поэтому это все относится к этим четырем типам людей, и Песах это, как мы сказали, это в некотором смысле сирюдат удая, благодарственная трапеза между частями аллели, которые поются. И еще одна идея, это то, что есть четыре вида царств. Четыре вида царств, которые должны были, которые, Мидраш говорит, будут порабощать евреев. И мы находимся в четвертом, который называется Рим. Это вот все, что случилось после разрушения второго храма. Почти 2000 лет. И Мидраш описывает это как пропасть, такую бездонную пропасть, поэтому это длится так долго. И я вам напомню, что первая это Вавилон, Бавель, вторая это Парас, Умадай, Мидия и Персия, третья был Яван, Греция, и вот мы в четвертом, после исхода из Египта. И четыре этапа показывают, что мы надеемся на освобождение от этих четырех видов изгнаний. И я вам приведу еще один интересный парадокс. Вот Мишна... Псахим, Перек Юд, да, это 10 глава, это Мишна Далет. И в конце этой Мишны говорится очень известная вещь. Если у вас кто-то из детей учился в религиозной школе или выходили на уроки, обязательно это все учат. Матхиль бигнуту мисеем бишвах, как рассказывают об исходе, как мы говорили, начинают с чего-то отрицательного и заканчивают отрицательно или то, что мы были рабами, или то, что наши предки поклонялись идолам. Есть два мнения. Рава Шмуэль, мы используем оба. Так вот, обязательно начинают с отрицательного, заканчивают положительным. И Дуреш, и вот это очень интересно, Дуреш ми арави уведами, и Ачи и Гмор это параша кула. И нужно, в чем агада, в чем рассказ, вы берете декларацию того, кто приносил первые плоды бикурим в храме, который называется арави уведами. И я вам прочитаю, эта декларация описана в Торе, в книге Дворим. Мы обсуждали, почему именно это, а не отрывки в книге Шмот, 26 глава. И начиная с 5 пасука, там описывается, как фермер приносит первые плоды, он их помечает, приносит в Иерусалим. Это как раз было между Шавуот и Суккот. Казалось бы, не очень понятно, почему это используют на Песах, но идея в том, что задача исхода – это не то, чтобы мы помнили как историческом событии, как, например, 4 июля в Америке, создание Америки. Нет. Задача исхода – чтобы был фермер, живой человек, который принес то, что он заработал, вот как бы зарплату ему заплатили за год. Он взял первый плод, вот эту первую часть зарплаты, принес в Иерусалим, сказал, что я помню, что это от Всевышнего, и мои предки были рабами. И в этом есть некая благодарность. Но обратите внимание, здесь некий парадокс. И сказано так. «Веанита вамарта лифне ашем алуке харами уведами веерет митсрайма, веяга шам бептей миат, веишам негой гадоль ацум веав». «И ты возгласи и скажи перед Богом всесильным твоим арамейцем, скитальцем был отец мой, сошел он в Египет, жил там с немногими людьми и стал народом великим, сильным, многочисленным». Замечательно. Это часть, прямо вот цитата из Агады.
И дальше посмотрите, Агаде просто псуким, просто вот как сказано в Мишне. «Ваяреу тану амицрим, ваянуну вайтну алейну авдакашай». Египтяне нас порабощали. Прямо пасук в Агаде. «Ванецак эль ашем элокей авутейну, ваишма ашем откулейну, ваяре тунейну, ваэтамалейну, ваэтлахацену». Всевышний услышал нас, увидел наши страдания. Прямо вот предложение за предложением цитируется в Агаде. «Ваяцейну ашем мимицрам биатхазака узровны туя, вамура гадолю вамутот увамуфтим». И это тоже прямой пасук в Агаде. И вывел нас Всевышний из Египта рукою сильную, мышцей простертую, страхом великим и знамениями и чудесами. Замечательно, это вот и Агада разбирает каждое слово, что прям вот это то, а это то. Посмотрите, прям вот слово в слово. Теперь парадокс. На этом мы сказаны «Адши игморет корапаша кура». Мишна говорит, что нужно закончить то, что говорит тот, кто принес... эти бикурим. Но в Агаде этого нет. Чего нет? «Ваявейну эля маком азэ, ваитэн лану итарец азот, эрдзават халав удваш». И привел Всевышний нас, он имеется в виду Всевышний, нас на это место и дал нам страну эту, страну текущую молоком и медом. Этого нет в Агаде. Но, казалось бы, мы не заканчиваем, мы не закончили «Алогумер» от Коля Парашакула, не закончили этот отрывок «Арамеуви». Как это может быть? Рав Киати говорит, что, может быть, закончил отрывок это привести мнение различных мидрашим. Может быть, но по-простому мы не закончили этот отрывок. Теперь есть такое объяснение, что Агада формировалась в Вавилоне, но они не могли сказать, что привел нас в эту землю после разрушения второго храма, поэтому этого нет в Агаде. Может быть, я ничего не могу сказать. Есть даже как курьез, я слышал, что после, по-моему, даже брат Бен-Гуриона составил Агаду для кибуцного движения в Израиле вот, в 50-е годы, куда добавились, так сказать, цитаты таких духовных гигантов, в кавычках, как Берл Кацнельсон и всякая идеология социализма. Вот, и, кстати, я только, это не наша тема, но я немного в 52-м году кибуцное движение раскололось, большинство все-таки прозрело и перестало называть товарища Сталина Шемиша Амим, солнцем народа, а меньшинство продолжалось, может, они его тоже включали в Агаду, пусть будет стерто его имя, но парадокс заключается в том, что они сказали, ну как, это не закончено, и мы добавим это неправильно, мы будем говорить, что Всевышний привел нас в эту землю, и все такое. И с этим даже сложно спорить, потому что если бы кибуцное движение выполняло какие-либо другие указания в Мишне, то можно было как-то вообще даже с этим спорить. Но просто я вам хочу сказать, как все изменилось. Прошло 70 лет, и сейчас левое движение вообще публикует совершенно безумные статьи. Не только уже никто не спрашивает, почему там, что там написано в Мишне, что там не написано. Там безумные статьи, что Песах, прах наши уста, это якобы какая-то колониальная история, которую выдумали с колониальными целями, всякие безумные вещи. Вот это показывает просто, как это все изменилось. Без Аллахи, без Масорет, без Эмунат Хахамим просто ничего не держится. Можно там, можно спорить, не спорить, но вот просто посмотрите, как эволюционировало кибуцное движение. Тем не менее возникает вопрос, почему же этого нету в Агаде. Мое скромное мнение... наносим шикмей анаким, просто вот такие немного и крупицы знания того, что я дошел. Мне иногда кажется, что Евиену или Арец привел нас в землю, намекает, а когда намекает, это когда мы наливаем кос или яу, но не выпиваем его. И, кстати, Рамбам говорит, что это можно выпивать, не обязательно, но можно, но мы, то есть никто не выпивает его. И в том, что мы говорим Даейну, где мы говорим, сейчас мы скажем несколько слов про Даейну, что окончательная цель это построение храма. И в том, что Арец это не только географическое место, земля Израиля. И опять же, это не очень популярная, так сказать, в, может быть, ультрасионистских кругах идея, но Галут Греции, вот когда мы Хануку справляем, никто не обращает внимания, что Галут был, изгнание было, когда они жили в Израиле. И очень значительная часть евреев жила в Израиле. И у них даже была
там какая-то автономия, хотя они зависели от других правительств. Галут – это и физическое явление, и духовное явление. И поэтому, когда мы, чтобы нас прийти, так сказать, к цели, арец – это цель, мы должны выйти из духовного галута. И это вещь, которая намекается в Агаде, но это каждый должен сделать сам. Да? И это, так сказать, цель седера, и это гумерет коля параша. То есть окончание седера – это выход из духовного галута. И как выйти из духовного галута? На мой взгляд, намекает на это отрывок, который называют даейну. Во-первых, если вы не клюете носом на седере, или не вы, там кто-то другой, не просто думаете о курином бульоне, и вы прочитаете, так сказать, трезво этот отрывок даейну, кама малотту, вот, сколько много благ, как здесь переводится, сколько много степеней блага сделал Всевышний для нас. Каждый переводит, как он считает нужным. На самом деле, сколько кама маалот, ответ очень простой, потому что маалот это не только подъем, это ступени в храм. Я это уже упоминал, между Израт Нашим и Израт Исраэль, между частью храма, которая называлась в некотором смысле недостаточная ступень Кодеш, до, на самый Кодеш начинается Израт Исраэль. И вот это поднятие кама маалот 15 хамешесра, да, кама маалот хамешесра, и поэтому в этих ступенях было 15, и поэтому даейну состоит из 15 отрывков. И мораль говорит, что это 7 и 8, 7 этот мир, как мы говорили, 6 граней и сущность, 7 недель и шаббат, и 8 это как ханука, как шмини, шива, шмунат имей, да, то есть шмунат имей, Хануката Мешкан, это над этим миром. Вот переход от этого мира к более высокому миру, это 15. И также имя Всевышнего Ка Юд Кей, да, Алькес Ка в Торе сказано, да, это мир, в котором мы живем, в котором, так сказать, у нас есть идея Всевышнего, но Всевышний не полностью проявляется. Из-за того, что у нас есть сомнения, как то, что гематрия Амалек, из-за всех других причин, неисправленный мир, символизируется это именем Ка, говорит мораль, Юд это будущий мир, и Хей это этот мир, и это тоже 15. И замечательно, замечательно, очень-очень интересно. Если вы это почитаете, это производит довольно странное впечатление. Во-первых, очень многие этапы вообще, казалось бы, не имеют смысла. Например, Илу натан лану эт мимунам, вело карану эт ям даину. Если бы Всевышний, Он, Всевышний, отдал нам имущество египтян, но не рассек бы для нас море, для нас этого было бы достаточно. Дай, дай, ей, ну дай. Все замечательно. Теперь представьте такую ситуацию. Вы вышли из Египта, вы одолжили у египтян, или отдали вам они просто из-за страха перед казнями золото и серебро, и все, что у них осталось, просто что у них там умер скот, и там умерли первенцы, и там был полностью, так сказать, разрушенный Египет. И они вам это дали. А через 3 дня они сказали, мы не только потеряли рабов, мы еще потеряли скот, что было очень важно, как машины, как все, орудия труда. Мы еще отдали все деньги. Давайте мы догоним, перебьем их, отнимем у них эти деньги. Поэтому фараон первый пошел, так сказать, в первых рядах. И все с энтузиазмом погнались за евреями. Теперь, что бы было, если бы Всевышний не рассек море? Не дай бог, они бы перебили всех или часть евреев, остальных привели бы в рабство обратно и забрали бы эти деньги. Да? Почему же это достаточно? Совершенно непонятно. Теперь, если бы он привел нас к горе Синай и не дал бы Торы. Очень странная вещь, что бы мы делали там? Погуляли, пошли обратно в Египет, да, кирпичи делать, что, так сказать, Илу Кирван Лифней Арсинай, был он там, он этот ура, дай, дай ей. Ну, то есть, привел к горе Синай, что там, непонятно, не имеет смысла. Теперь, ответ на это очень интересен. Ответ на это очень интересен. Переход от материального над материальный мир состоит из этапов. Есть, делят это на 3 группы, как бы выход из Египта, сами египетские казни и дарование Торы и строительство храма, да. Может быть, но есть этапы, и пока мы не видим последний этап,
сами эти этапы могут не иметь смысла для нас. Как мы видим в жизни, некоторые этапы нашей жизни, почему это происходит, я не понимаю. Мне кажется, что это даже непонятно, больно, неправильно. Я не понимаю, почему это происходит, не имеет для меня смысла. Но если мы посмотрим на все 15 этапов, то они все имеют смысл, только если вы посмотрите на всю картину, и за все мы говорим «Дайейну». И это очень большой урок для нас всех. И даже Рав Ариэль говорит, что, возможно, Дайейну говорили, когда поднимались по этим ступенькам. Почему? Потому что не все умели читать на иврите. Когда большие толпы, там тысячи людей приносили эти плоды в храм. Помните, что вся года построена на этих псуким, на этих предложениях, которые говорил фермер, который приносил первые плоды. Теперь постановили, что как в Торе, если вы были в синагоге, не хотят, чтобы люди сами читали Тору, есть чтец Бааль Куре. Почему? Чтобы не позорить людей. И так просто читать Тору безгласных, с напевом и т.д. Вот то же самое было, когда приносили Бикурим. Теперь это Куэну было очень тяжело, потому что тысячи людей, каждому нужно прочитать, он должен повторить. Было очень тяжело, поэтому мудрецы постановили, говорит Рав Ариэль, что в такой ситуации, когда это сложно, люди могли подниматься по этим ступеням и петь Дайейну, петь эти 15 этапов. И это заменяло им на каком-то уровне произнесение этой, этой декларации. И поэтому одно связано с другим. Это тоже очень древний текст, и он показывает, как мы поднимаемся. И опять же, пока мы не поднимемся, пока у нас нету храма, пока у нас нету проявление Всевышнего, надо сложно представить. Всегда будут вещи, всегда будут этапы, которые don't make sense, которые мы не понимаем и не можем понять по определению. У нас должен быть бетахон. Поэтому доверие Всевышнему – это очень важная вещь. И имуна, песок называется хага имуна, происходит слово умен. Умен – это дословно нянька, кормилица, которая кормит. Кеумен это юнек, говорит Моше Рабейну, который кормит новорожденного ребенка, потому что ребенок полностью доверяет матери. Он поел грудное молоко, он ничего не волнует, что происходит в Европе, какой индекс Дау Джонса. Полностью, он, вот это полный бетахон, полностью доверяет Всевышнему. И с одной стороны у нас должен быть бетахон, и с другой стороны мы должны понимать, что мы находимся в процессе поднятия, и каждый человек в годы своей жизни, и народ в целом. И всегда есть этапы, которые мы не сможем понять, но мы должны верить, что в конце концов, «Вихнисанула ли эрец Исраэлю ваналануэт бейта пхира вы лихаперали коли ванутейну», что Всевышний привел нас к горе Синай, я немножко раньше начал, дал нам Тору, вел нас в землю Израиля, построил нас свой избранный храм для того, чтобы очищать нас от всех наших грехов. В конце концов, есть смысл, и есть причины, и есть этап за этапом, и только после этого мы говорим Рабан Гамлиэль, мы можем сказать Песах Маца Умарора, о котором мы говорили. И я желаю подъема всем, и я желаю битахон, уверенности, доверие Всевышнему, и надеюсь, что каждый дойдет к своей духовной цели, и весь наш народ дойдет к своей духовной цели, и мир будет исправлен. Спасибо.